Здравствуйте, Ютуб. Сейчас мы еще раз поиграем в Vampires New Gen. За людей сыграем. Покажу одну интересную тактику. Как можно базу строить, защищать первым левелом стен и пушек. Ого. Ну, я так. Просто, ну, не так. Я могу сейчас вампиров заблокировать, стенками застроить. Они так сливаются. Ну, я их буду убивать на своей базе. Двумя стеночками. Исследование завершено. Опять работает?
Себе игра была. Спасибо за просмотр.